Космический корабль SpaceX Crew Dragon успешно вернулся на Землю. Несколько дней назад SpaceX впервые запустила свой космический корабль Crew Dragon к МКС, пока без астронавтов на борту, но пилотируемая миссия запланирована уже на лето. Через сутки Crew Dragon успешно пристыковался к станции, а сегодня также успешно вернулся на Землю. Буквально полчаса назад Crew Dragon опустился на воду в Атлантическом океане у побережья Флориды, так что миссию Demo-1 можно считать успешной. Позже нас ждет еще одна беспилотная миссия этого корабля, а в августе, если ничего не случится и сроки не будут перенесены, впервые с 2011 года астронавтов на МКС доставят американский космический корабль. Кроме того, это будет первая подобная миссия в истории при участии космического корабля частной компании. Пройдет еще какое-то время, прежде чем NASA и SpaceX оценят все аспекты миссии, включая приземление корабля и перегрузки, испытанные манекеном Рипли.